Куда-то я еду. К речке подъехал. Откровенно говоря, тоже здесь не бывал, с этой стороны, по крайней мере. Поднимемся на сопочку. Вот она речка. Это что пошло? А, крючки, да? Такая вот история. Сейчас выйду, посмотрю дальше, куда это все тянется. Вот и часу. Прям можно рыбачить. О, правда, воды мало. Все-таки сейчас апрель, воды должно было быть больше. Но течение хорошее. И панорама Батакары Ульяновки Ворошиловского. Изначально Санниковский. И ничего, смотрится с этой стороны, кстати. Такой бы сказал даже провинциальный городок. Провинциальный городок. А течение неплохое. Бесконечно можно смотреть на костер и на воду. Подтопления не было, видимо. Все-таки вода разошлась по степи. Уже барашки вышли. Вот сама Батакара. Озеро. Она покрыта льдом. Можно со льда рыбачить. Так что летней рыбалки здесь пока нет. Подъехали к Батакаре. Ну, не совсем Батакара, а известное место с асфальта. Вода прогрелась чуть больше. Льда нет. Ну, вообще-то и рыба нет. Как говорят, вчера было, может, послезавтра будет. Народу много. Но не видно, чтобы карась клевал. Вот одна беда у нас, как всегда. Ну вот, вот люди приезжают, ну вот ты выпил пиво там, какие-то напитки. Ну что ж ты гадишь сюда? Ты же приедешь же снова сюда. И вот здесь будешь стоять в этой грязи, а? Просто мерзавцы какие-то. Вот ж вот это вот убивает отношения. Сам же приедет через день, через два и будет топтать эту грязь, которую создал. Собери, уведи в город, к мусорке подвези. Ну и там вот на Кульсе люди стоят тоже. Значит, пока так. Весна пришла.